Я вам честно скажу, что я очень люблю этот город. Исходя из этого города, я люблю все, что вокруг него. Потому что для меня Абхазия без Сухума не бывает. Сухум для меня это значимое место, где я влюблялся, где я жил, где я получал по морде, где я дрался, где я доказывал свое что-то. Да, я очень люблю. И я очень горд тем, что это столица этой страны. Будь здоров. Я хочу выпить за эту страну. За страну, которая живет так, как живет. Живет, имея свое предназначение, имея свое желание и имея свою цель, которая она идет. Я всегда говорил и говорю, что у меня абхазцев, друзей, намного больше, чем грузин. Ну, к сожалению, для грузин это так. Поэтому, начиная с темы Альпии, правильно, ты понимаешь, это хорошо за вашу страну. Я могу сказать, что так, если мы признаем, что Сухум это столица Абхазии, тогда я часть этой страны, потому что я часть этого города. Хотите вы или не хотите? Браво!